В Центре интеллектуального развития прошла очередная встреча семей в рамках проекта «Мама может». И организаторы подготовили насыщенную программу. Обзор книжных новинок, мастер-классы, уроки семейного рукоделия, игры и даже зажигательные танцы с аниматорами. Совсем молодые и уже с опытом. Те, кто только планирует пополнить ряды мам, и те, кто уже готов поделиться мудрым советом. Каждый месяц они собираются в Центре интеллектуального развития, чтобы пообщаться и отдохнуть вместе со своими детьми. За 3 года реализации проект «Мама может» успел полюбиться уже многим семьям. Очень атмосферно, очень уютно, прекрасная возможность отдохнуть маме, которая зачастую очень обременена бытовыми заботами, да, с детьми. Дети отдыхают в отдельной комнате, с ними работают прекрасные аниматоры. Каждый раз организаторы предлагают участникам новые активности и полезности. В обзоре книжных новинок – издания на любой вкус. От художественных до научно-познавательных. Одна из представленных книг уже успела завоевать популярность и стала поводом для многочисленных споров современных мам. Тех, особенно, которые боятся, да, каких-то там микробов, кто еще кипятит, здесь книга рассказывает о том, что микробы оказываются очень полезны для наших детей. И что чем больше мы их окружаем стерильностью, тем больше это дает возможности развития всяческих даже болезней. Как подготовиться к фотосессии, в чем секрет идеального портрета, как быть женственной и красивой на снимках. На эти и другие вопросы отвечает Динара Поплавская. Профессиональный фотограф провела полезный мастер-класс и сделала фото всем желающим. Если у вас плохое настроение с утра, у вас ничего не получится. То есть если вы там нанервничались, вы поругались с детьми, с мужем, и вот в таком виде приехали на фотосессию, оно у вас не получится. Просто дышим глубоко, у нас сегодня все хорошо, мы ни на кого не злимся, мы улыбаемся и вперед. Тогда все будет хорошо. Даже если вы забыли какую-то вещь, даже если не очень удачный макияж, фотосессия будет хорошая. Пока дочки и сыночки развлекаются, мамы обмениваются опытом воспитания и советами, а заодно делают забавные игрушки в творческой мастерской. Из джинса, из фетра, из пуговиц, аксессуар дополнительный. Пока вот это получается. Сейчас буду вот эти маленькие пуговки пришивать к фетру. Это что же надо пришивать? Носик надо будет здесь оформить. Рукоделие – увлекательное занятие для всей семьи. Буквально в считанные минуты из старых вещей и подручных материалов у мастериц получаются оригинальные поделки. Ведь только своим примером мама может научить ребенка полезным и важным вещам. Очень понравилось, и детям интересно, и мы получили массу эмоций и полезной информации. Побеседовали с фотографом, узнали о секретах позирования, и даже совушку сами сшили своими руками вместе с ребенком. Скучать некогда и самым юным участникам проекта. Зажигательные танцы с аниматорами, настольные игры, конструкторы лего и песочная терапия. А чтобы восстановить силы и энергию после развлечений, добро пожаловать в кофейнику со сладостями и ароматным чаем. Мы пришипела с мамой. Мне очень тут понравилось. Я тут играла с подругой в песок, лепила, закрашивала и делала солушку. Стать участником проекта может любая мама. Причем абсолютно не важно, сколько вам лет. Главное – желание радоваться, вдохновлять и дарить любовь своим детям. Вдохновленная женщина вообще способна мир перевернуть вокруг себя, что-то создать, сотворить в хорошем смысле. Поэтому вот таким простым способом, приглашая сюда мам с детьми, предлагаем разные варианты проведения времени, творчества, учеба, разговор, общение, добрые встречи. Вот так мы помогаем женщинам посмотреть на себя с другой стороны, посмотреть, какие они прекрасные, какие они чудесные, как они здорово общаются со своими детьми, как они могут жить интересно в городе Муравленко. Наталья Матюшкина, Сергей Лукович. Новости Муравленко.